Получается, идем мать искать, да? Все, веселье началось. Ты сразу что раненый бегаешь? Угу. Мор. У кого же он оказался, интересно? Не понял. А что замедление? Это его улучшение. Очень классно. Контрит как раз мой навык. Он за мной, кстати. Да, я майничен. Ой, Макс, привет. Куда пройти ночью? Ах, сука. А ну вот теперь мы поиграем. Там же замедление какое-то большое. Вот. Да, с этим замедлением, конечно, прикольно. Чё-то я сегодня прямо раньше всех вешаюсь. Опа, он у меня. Охереть его. Ну, а, внизу трется. Охереть его мотыляет, конечно, в деревья. Я здесь не поднимусь, я понял. Я хотела. Мясника нет, да? Нет. Зато по два лачуги. А, понятно. А чё он его не ударил? Я думал, он его ударит, этот генератор. Да. Тяжело было убить. Ну, он, я только-только к нему прикоснулась. Как была миллиметр. Так, миллиметр остался. Наверное, поэтому и ударил. Ну да, смысл тут, считай, нулевый. Ой, окно открыто. Нет. Не надо меня лечить. Не колебали. Работает, когда без огласки есть. Видимо, когда глубокая рана перестает действовать, эти перки. Думаешь? Да, видимо, когда после вот... Во время действия без огласки, если получаешь хит, уже не действует. Да, она должен действовать. Ага. Нет? Или нет? Да нет, вроде. Ну, у нас не закрус. А, нет, то есть его лечение там. Не, мы просто это. Я попросила ее долечить меня. Ой. Иначе бы, как говорится. Да, пришел. А я ей только не меня, только не меня. Неплохая идея. Кому там спину? А я вот что. А. Вижу. Классно. Когда сурвы понятливы, это прекрасно. Он к вам. Он увидел вас на барбекю. Нахуя я ее лечила, блять? Ну почему она хит получила, а не я? Я на кой черт ее лечила?
А можно вопрос такой, нетривиальный? Что делает четвертый Суру, блядь? Чинит? А, уже нет. Да нихуя не чинит. Тебе не надо, да? А тебе не получится. Попробуй. Нам надо к Йогину срочно. Мне уже. Где она легла? Подрыв? Да. Хочешь сказать, опять на барбекю сюда пролетит? Конечно. Само собой. Блять! Его замедление реально замедляет. Я ж думала скину. Ёб твою налево, сама попалась, получается. К вам, наверное, полетит сейчас. На всех парусах. Вот. На всех-всех парусах. Чё, че именно мужика? А, понятно. Ну да. А ты без Адрика, что ли? Или а чё? Я просто думал, что у тебя Адрик сработал, и потом резко перестал работать. Что она открывала ворота? Открывала. Тебя кто-нибудь спасает? Нет. Понял. Не, бежит писать. Спасет, нет? Да, пошло. Бежит, кстати. Я открываю половину меня. Открывай. Опять меня мужика открываю, что ли? Да. Прикинь, даже не открываю. Да блин, Ярик, ты чё? А, что я умирал? Вот это обидно. Почти сбежал. Там уже третья лампа примерно. Они, может, немножко убегут от ворот? А, блядь. А ничего, у них разве? А, ну да, они у ворот. Конечно, они у них. Открыла? Да, открыла ворота. А где эти дурацкие ворота? А я не знаю, где ты сейчас просто. Потерялась, прикинь. Там, где я умер. Тут, по-моему. Ты не ломишь? Я просто знаю, где ты сейчас. Нет, другие ворота открывает. Нет, он тебя видит. Брапикошки увидит сейчас. Она вырывается. Она сбегает. Пусть бегает. Нифига он ее не донес, конечно. А что он ее сбросил сначала? Ну та отвлекла, молодец. Исследователь. Я пока их искал, они уже все сами сделали вдвоем.
замедление на 3%. Вот я тебе говорю, сейчас они все будут брать замедление на 3%. Нет, такого мора такое. Ну вот, кто будет за мора играть, они будут обязательно брать, потому что, блин, вот эти... Вот этот перк, он очень сильно контрится за счет этого. Я, ну, он меня догонял просто потому, что я замедлялась. То есть у меня действует вот это преодоление, или как оно там называется? Постоянно забываю. Призвание. Действует призвание, контрится его замедлением, получается, в ноль выходим.